Дмитрия Комарова, создателя программы «Мир наизнанку», кажется, уже сложно чем-то смутительно напугать. Попробовать в Африке на завтрак кровь быка, смешанную с молоком, легко. Взять интервью у бразильского наркобарона и раскрыть секреты японских гейш запросто. Поучаствовать в охоте на пираньи, крокодилов и гигантскую рыбу, пироруку без труда. Отправиться в опасное путешествие в места, где прибывают пираты, с радостью. Экстремальное приключение, вкусно поданное телезрителю, не остались незамеченными критиками, вручившими ведущему ТЭФИ. Парень родился 17 июня 1983 года в Киеве, в Украине. До недавнего времени мужчина оставался завидным женихом Украины, красивый, молодой, умный и с хорошим заработком. Но в 2019 году Дима вступил в брак с Александрой Кучеренко. Она модель и телеведущая, в прошлом мисс Украины 2016 года. По словам друзей и коллег, девушка она идеальна и внешне красивая, имеет богатый внутренний мир. Молодые люди не афишировали свой роман, поэтому их свадьба стала удивлением. Для поклонников до сих пор остается загадка, как Дмитрию удалось столько времени держать в тайне свою личную жизнь и отношения с будущей женой. Про свадебную церемонию известно, что она прошла в Иерусалиме в мае 2019 года во время проведения Евровидения. По окончании церемонии новобрачные уехали на Мальдивы, чтобы провести свой медовый месяц. При этом стоит отметить, что пара провела неповторимый месяц в райском месте, избежав пристальное внимание навязчивой прессы.